Ноутбуки, телевизоры, смартфоны, а главное, 8 квартир на территории округа разыграют на Ямале среди участников викторины всей семьей. Испытать удачу сможет любой совершеннолетний северянин, который имеет постоянную регистрацию на территории округа. Для этого необходимо прийти с паспортом в центр проведения викторины с 15 по 17 марта, ответить на вопросы в специальном бланке и ждать результат. Среди ценных подарков, а их более 200, всевозможная бытовая техника, такая как телевизоры, смартфоны, смарт-часы. Главный суперприз – это однокомнатная квартира в городе Муравленко, а в новом доме общей площадью 32,5 квадратных метра. Если все ответы будут правильными, участник автоматически переходит во второй тур, где ежедневно с 20:30 до 21:00 будут определять обладателей ценных подарков. Счастливчиков объявят в прямом эфире телеканала «Ямал» с 15 по 17 марта. В финальный день викторины станут известны имена 8 участников, которым вручат ключи от однокомнатных квартир на территории округа. Вручение ценных подарков будет проходить 17 марта в здании бизнес-инкубатора в течение 70 дней.